Партия «Аманат» откроет во всех своих региональных филиалах книжные магазины. Проект «КТАП «Аманат»» ориентирован на повышение интереса к отечественной литературе, поощрение людей к чтению, а также поддержку казахстанских авторов и книгоиздателей. По задумке это будут не только точки продаж, сколько культурно-просветительские центры. В них будут проводить различные мероприятия, в том числе презентации и обсуждения новых книг. Откуда появилась такая идея? Глава государства уделил особое внимание данной теме в ходе своего выступления на заседании национального курултая в Туркестане. Он подчеркнул, что книгоиздание является одним из главных направлений в идеологической работе. Касым-Жомарт Токаев сказал, что мечтает открыть президентскую библиотеку, которая будет работать 24 часа в сутки. Мы первые, кто решил реализовать эту инициативу президента. «Аманат» и Ассоциация издателей подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Издательство обеспечит магазины печатной продукции по максимально доступным ценам. По сути, наша основная проблема – это вывести книги на рынок. В селах же книги не купить. Вот мое село Шардара, например. Там только продуктовый магазин в начале улицы. И хотя в селе 80 тысяч жителей, книжного магазина нет. А книжный магазин – это большая культура. С этой точки зрения, если их откроют и в районных филиалах партии «Аманат», это сделает книги доступными для всех.